Хотел, чтобы я ее поймал. Я отказал, он пошел сам ловить, рыболовный сетью. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Ладно, сменим тему. А что, не хочешь признать, что я прав? Ну, как знаешь. Не умничай, наливай. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Господа, сейчас вернусь. Пасу и вернусь. А мне тепло. Да он всегда был мерзлявым. Помнишь, зимой, лет 15 назад, когда снег лежал до Бельтайна? Ага, Ламберт сидел у камина и бронился всякий раз, едва начинался снег. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит? Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чипчик? Из сундука Весемира. Писк моды 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей. Мальчики, ведьмачья работа — это вам не карты и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы. Не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Что, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не... И продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий, то же самое. Ну давай, попробуем. Начинай. Я никогда не... Не спал с суккубом. Вот так-так. С Геральтом-то все понятно. Но ты... Эскель, Эскель. Вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не просыпался после попойки в одних подштаниках. Геральт, с Ламбертом все понятно, но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже бы выпил. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... Никогда не принимал фишнера. Эскель, ты серьезно? Однажды с тем суккубом. Ладно, господа, давайте заканчивать, а то я вам в глаза смотреть не смогу. Ой. Водка. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно, схожу. Кухнешь сам? Ламберт, дружище, я вот что тебе скажу. Ну? Иногда прямо такая свинья, но я тебя люблю, братик. А ты иногда жуткий мастур. Ну вот ведь, сука, я же за тобой в огонь пойду.
Пойди сюда, дубина. Ай, холера, разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо... Надо бы его поискать. Это работа для Весемира. Не начинай. И сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности? Тогда мы идем на помощь. Я вино разлил и влез в него. И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если бы я нагнулся, меня бы вырвало. Эскель! Пинчуга, вылезай! Эскель! Эскель! Эй! Слышишь? Как дыхание раненой виверны? Холера! Значит, дошло до боя. По-моему, он поранился. Одним шрамом больше, одним меньше. Ему-то уж разницы никакой. Ага. Эскель где-то здесь. Держись, брат! Эскель, давай! Эскель! Пинчуга, вылезай! Вот же он! Со своим верным звоночком! Эй! Эскель! Подъем! А? Что? Что случилось? Набрались мы в три... жопы. Вот что случилось. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу. Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы включим мегаскоп, пригласим ее вежливо, а она к нам телепортируется. Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ламберт, ты гений. А то. Приглашаем ложу на вечеринку? Да, сука, приглашаем! Так, как это работает? Ну, тут покрутить, там повернуть, а потом... Надо сказать что-нибудь по-эльфски. Говно вопрос. Ну, за дело. Стойте-ка, а когда эта Ида нас увидит, мы ее напугаем. В смысле, на магичку-то мы не похожи. Я знаю. Переоденемся в платье Йеннифер. Сумки ее там. Ты что, это собрался надевать? Заткнись, умник. А то так корсет затяну, что все штаны засрешь. Не ной, Эскель. Сейчас будешь весь в В мишуре. Только никому не рассказывайте, ясно? Никому. Она столько барахла натащила, я уж решил, она тут жизнь собралась. Не пугай Геральта. Геральт.
Да, да! Будто на тебя шили. Тесновато только. Одевай, давай. Не, не это. Оно тебе по фигуре не подойдет. Эскель, холера! У тебя ж талия осиная. А ты сам осина. Ну ладно, давайте же. Я в этой штуке еле дышу. Так, я буду говорить, а вы двое занимайтесь кристаллами. Кайдмил, блюди, хойно. Фокус-покус, чармары, арсблатана. Что это? Кто там? Я очень извиняюсь. Мы ошиблись. Стража! Бумага кончилась, ваше превосходительство. Не ты, баран. Ложа! Ложа хочет меня убить! Надеюсь, у вас есть объяснение происходящего? Очень хорошее объяснение. Иди в кровать. Сейчас же. Дурацкий сон. Вижу, все уже на ногах. Разит перегаром. Эта шляпа дорога мне как память, Ландерт. Успокойся, все отстирается. В угол их потом поставишь, а сейчас за работу. Весемир узнал что-нибудь? Пока вы носились за велохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел Уму. И вот что я заметил. Когда его сознание, скажем так, расслаблено, он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются, взгляд, но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило, но когда он впал в летаргическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон. И это был не голос Умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорил. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Я думал, мы избавились от этого стола много лет назад. Ну, я не видел унылого Альберта уже лет 50. Жаль его было выкидывать. Я подумал, а вдруг пригодится. Ну, сами знаете, я человек старый. Ага, у каждого деда полный чердак пыточных устройств. Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелье. А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О, нет. После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты. Ну, мальчики, раз, два, раз, два.
Ты не знаешь, кто скрыт в теле Умы. Так как ты считала пропорции? Сделала несколько сложных вычислений. Экстраполировала кое-какие данные. Провела симуляцию процесса. Словом, все наугад. Угу. Зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эски, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ойси Кайфин. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится? Господа, пол чище уже не будет, а меня надо бы протереть.
Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Геральт. Понятное дело. Я тоже. Да, тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново, или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены, а мы будем использовать заклинания. Йен, ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, позже. А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Слышала историю про то, как мы с Цири катались на коньках? Нет, не припомню. Той зимой, когда она тут училась, Цири жаловалась, что я слишком суровый учитель. Сначала пыталась отлынивать, потом она попросила меня покататься с ней на коньках. Я не хотел, я раньше никогда не ездил, но она настаивала. И только мы вышли на лед, она начала носиться вокруг меня и кричать. Нет, не так, работай ногами, одна, вторая. Перекрест, нет, плохо. Пяткой не тормози, не носком. Нет нужды говорить, что после этого... Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Новый силик. Тонатот. Новый силик. Хали. Халива. Хангия. У меня в сумке. Тихо. Слушай. Холли. Холли. А нет. Навик, себе. Холли. Холли. Конец. Навик. Арива. Эдди. Авалак, ты знаешь его? Да, эльф. Айн-Эль. Знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там... там небезопасно. Охота. Чего охота хочет от Цири? Крови. Старшей крови. Чтобы открыть врата. Нельзя. Этого нельзя допустить. Остров Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Брейвейн, Арвейн, Хирейн. Келлиге, плыви за ним. В Англу, торопись. Быстрей!
Я пытался защитить ее, но проклятие. Охота еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Он придет в себя? Не знаю. Ты сам видел. Не все прошло так, как мы планировали. Я сняла заклятие, но... Испытание уничтожило его организм. Судорожное движение пальцев. Зрачки не реагируют на свет. Я видел это уже много раз. Слишком много. Токсины необратимо повредили его нервную систему. И даже если он выжил, вы понимаете. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет. Но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Что ты предлагаешь? Цири не может убегать вечно. Однажды она запнется, и второго шанса у нее не будет. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалакхе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, Волк. И передавай привет Ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт. Да? Геральт? Послушай,
Ты можешь что-нибудь сделать с этой отметиной? Разве что расцарапать. Но это вряд ли тебе поможет. Я не шучу, Йен. Я тоже. Эти символы. Это древняя могущественная магия. Я не знаю, как их устранить. Зараза. Для меня ты все равно красивее всех. Разумеется, сразу после Ландерта. Спасибо, до свидания. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Насхан Асгвин. Гарен Лагер. Акай. Император. Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр-Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Сомневаюсь. Дикая охота — это не темерские щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Вызиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр-Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Хм. Согласен. Я пошлю с тобой Харуф. Но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхис. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время.
Приведи мне Цири. Да, если она согласится. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов.
Нет.